Мои освобождали Севастополь. Последние уходили. Вот так вот зажал фотографию 5-летней племянницы. И все, и бросились. И я не знаю, как помню, говорила родственница, 24 человека бросилось. Уже же холодное море было. И уплыли. А сам одессит был. Плавали с детства. Такие закаленные были. И ребята один за одним уходили. А вот их четверо осталось. И последняя подлодка их заметила. Но когда на подлодке врач пытался открыть эту руку, что ж там такое, кулак, не могли, просто очень долго разогревали. И потом открыли, когда глазки, бровки, носик, ну, немножко ротик. Остальное все подмокло, но он выплыл. Он сильно болел потом. У нас большая география. И Одесса, и Крым. Мой дедушка с гражданской войны пулемет и немцы над головой. Несметное количество. Так что Севастополь бомбить. Что память, она в сердце.